Добрый вечер, уважаемые любители спорта и поклонники хоккея. Мы приветствуем всех болельщиков на Олимпе, чемпионате молодежи хоккейной лиги сезона 2023-2024. Сегодня наша любимая команда «Белые медведи» проводит второй домашний матч против команды «Чайка» Нижний Новгород. Ну что ж, давайте все вместе пожелаем медведям удачи. Ждем от них красивой игры и, конечно же, все вместе верим только в победу нашей молодежи. Ну а мы, как всегда, будем болеть и поддерживать нашу любимую команду. Друзья, сейчас приветствует группа поддержки «Белых медведей» «Starlight». Встречаем очаровательных девушек. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Мы с вами находимся в Челябинске. Олимбет — молодежная хоккейная лига. Здесь в рамках очередного игрового дня «Белые медведи» в повторном поединке принимают сегодня нижегородскую «Чайку». Напомню, что в первом матче 26 ноября, который состоялся, «Чайка» была сильнее со счетом 5-1. Долго там держалась игра 2-1. Ну, затем в третьем периоде «Чайка» смогла конвертировать множество своих опасных моментов в заброшенные шайбы. Ну и отдадим должное нижегородцам. Поинтереснее они смотрелись в прошлом поединке против «Белых медведей». Благодаря, мне кажется, и вот помощникам, которые пришли из континентальной хоккейной лиги. Кирилл Свищев, там, Дмитрий Бреус и Артамонов были заиграны. Сегодня они не играют. Два дня подряд нападающие и защитник играли, и сегодня пропуская этот поединок, отправились они дальше по маршруту вместе с «Торпедо» нижегородским. Следующий поединок нижегородцы проведут в Ярославле. Но во вчерашнем матче «Трактор» победил подопечных Игоря Ларионова со счетом 2-1. И сегодня вот надеемся, что трехматчевое вот это вот противостояние между Челябинском и Нижним Новгородом все-таки склониться на сторону «Белых медведей» и Челябинска. 1-1 вот счет вот в этой серии. Три дня, три игры между Челябинском и Нижним Новгородом. Ну и сегодня есть изменения и у той и другой команды. Я уже сказал, что Свищев, Бреус и Артамонов сегодня не играют. У «Белых медведей» тоже есть изменения. Наверное, касается это, в частности, вратарской линии. Сегодня вместо Данилы Машарова играет Руслан Хажеев. Но тут кто следит за молодежной хоккейной лигой, в частности, «Белыми медведями», никакого удивления не должно возникать, потому что Машаров и Хажеев играют по очереди. И сегодня вот как раз очередь выпала Руслану. Также есть несколько изменений, касающихся линии обороны и атаки. Коряев сегодня пропускает, потому что получил небольшое повреждение. Вместо всего сегодня Александр Чертышный. Ну и Максима Шумакова сегодня заменил Иван Селиванов. В общем-то, и все изменения. А, ну еще в качестве 13-го нападающего сегодня вместо Никиты Бурякова Артемий Гатиатулин заявлен. Два изменения в составе. Ну и Данил Шубин тоже в составе. Команда уже появляется из-под трибунных помещений. «Чайка» уже на льду. Тиньков сегодня в воротах, второй матч подряд для него. Крутов и Милюсик, Наумов — стартовое звено нижегородцев. Орлаков и Власов вставляют первую пару обороны. Хажеев сегодня в старте. И стартовое звено «Белых медведей» — Киржаков, Телегин, Брекманов, Юсупов и Киселев. После гимна Российской Федерации продолжим. Матч «Олимпе» чемпионата молодежи хоккейной лиги объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Thank you.
Прозвучал гимн Российской Федерации, значит, все готово к поединку Олимбет молодежной хоккейной лиги. Белый медведь, Челябинск, Чайка, Нижний Новгород. Арбитры сегодняшней встречи линейные. Максим Самсидинов и Рустем Гелязов. В качестве главных Арсений Сальников и Алексей Никаноров. Меня зовут Денис Машаров, и я с удовольствием для вас этот поединок прокомментирую. Будет на что посмотреть. Команды находятся рядом в турнирной таблице и разделяет их после победы Чайки уже 4 очка. И вот сегодня, чтобы белым медведям зацепиться, да, за эту гонку, за второе место золотого дивизиона конференции «Восток», обязательно нужно нижегородцев побеждать. Но здесь и омские ястребы уже обогнали челябинцев, имея один матч в запасе, на один балл у омичей больше. Стальные лисы на пятой строчке, и преимущество белых медведей над магнитогорцами 4 очка составляет. Народ сегодня, я говорю про болельщиков, немножко поменьше, но прошлый поединок, напомню, да, был в воскресенье сыгран, и прям очень много пришло болельщиков. К сожалению, белым медведям не удалось своих болельщиков порадовать. Ну и сегодня надеемся мы на реванш, что белые медведи обыграют Чайку, потому что уже, если брать историю противостояния, 6 матчей подряд белые медведи не могут у Чайки выиграть. В прошлом сезоне 4 из 4 проиграли, в этом сезоне один матч уступили, ну и до этого еще было поражение. Амилюсик и Телегин на точке вбрасывания. Вбрасывание остается за центральным нападающим белых медведей Юсупов. Ну и вот это последний матч для белых медведей и Чайки, после которого состоится пауза, связанная с кубком вызова. Амилиусик, скрытая передача, не находит она адресата, подбирает шайбу Алексей Рекманов, но тут же у него ее отбирают. От белых медведей трое поедет, это Хажеев, Киржаков и Юсупов, ну и, конечно же, Марат Аскаров в качестве одного из тренеров конференции «Восток». Этот, напомню, матч состоится 3 декабря в Туле. Составами команд продолжаем знакомиться. Стартовое звено я вам назвал. Крутов, Амилюсик, Наумов, Орлаков и Власов. В старте сегодня у Чайки, как и позавчера, Денис Утюнюков, в качестве запасного Дмитрий Дагестанский. Астафеев, Куприянов, Чесноков составляют вторую тройку нападения нижегородцев. Пронечкин и Иван Чесноков, братья Чесноковы, да, составляют вторую пару обороны. Акароков, Сальников, Кабуров – это третье звено. Ипатов и Андрюков – пара защитников. Ермак, Кузнецов, Сенькин – четвертое звено. И в качестве 13-го нападающего сегодня заявлен Роман Улитин. Интересная такая заявка у Чайки. 12 нападающих, 13 нападающих и 6 защитников. Главный тренер команды Алексей Исаков. Ему помогает Дмитрий Космачев и Дмитрий Федоров. Состав белых медведей. Руслан Хажеев сегодня в старте. Вот он сейчас бросок отражает и прижимает шайбу, останавливая игру. Данил Машаров сегодня в качестве второго вратаря. Крыжаков, Телегин, Рыкманов. Стартовое сочетание белых медведей. Юсупов, Киселев. Первая пара обороны. Бросок с разворота от Георгия Кабурова. И шайба оказывается в ловушке у Хажеева. Кулешов, Егор Грибунов и Ярослав Епаров. Вторая тройка нападения белых медведей. Миканович и Подгузов составляют пару защитников. Матюшин, Щеглов, Селиванов. Третья тройка. Уручев, Федосеев. Пара защитников. Шубин, Степан Горбунов и Леонид Колодий. Это четвертое звено белых медведей. Александр Тертышный седьмым защитником. И Артемий Гатиатулин в качестве 13-го нападающего. Марат Аскаров, главный тренер. Андрей Киселев, Владимир Иванцов. И тренер вратарей Глеб Евдокимов ему помогает. Киселев, шайба. Неудачный для него поединок прошлый был. Схватил он минус 2. И так вот, можно сказать, две шайбы-то на его совести могут, можно записать, вторая и третья. Матюшин бросок в ближний угол, но для молодых, да, игроков стабильность – это не то, что их отличает. И ни в коем случае здесь не надо человека обвинять, да, дать шанс. Тем более Киселев один из лучших в лиге по показателю плюс-минус. Составляет он у Никиты Киселева плюс 16. Больше всех в команде. Ну и это пятый показатель в лиге.
Ну и цифры вратарей. Руслан Хажеев 92,6% пораженных, 2,32 коэффициент надежности. У Дениса Утенькова 16-й поединок, 92,7, 1,97 коэффициент надежных действий. Ну и 4 игры на 0 у Утенькова. Здесь, конечно, он выделяется. Если брать его коллег по команде, то у дагестанского всего лишь один сухаря. Если брать белых медведей, у Машарова 2 сухих матча в нынешнем сезоне и один у Руслана Хажеева. Покинула шайба пределы поля. Вбрасывание будет в зоне белых медведей. Наумов и Степан Горбунов это вбрасывание разыграли. Осталось оно за нижегородцами. Бросок от Амилюсика. Заблокирован он. Шубин. Накрывает здесь здорово белые медведи. Чайку падает Степан Горбунов. Хороший силовой от Данила Шубина. И в отборе здесь Ярослав Федосеев. Тоже хорош. Следующие поединки белые медведи проведут здесь же, в Челябинске. 6 и 8 декабря. Момент. Хажеев здесь спасает. Добивание. Вновь Хажеев в игре. Артем Проничкин атаковал. И здесь стычка. И похоже, что обоюдное удаление получает здесь Урычев и Наумов. Смотрим пока момент. Проничкин раз, бросок. И первый же на добивание здесь оказался 48-й номер Чайки. Да, и формат 4 на 4 нас ожидает. Не совсем я понял, за что ударили Ивана Урычева. Там очевидно, что Наумов два раза так грудную клетку клюшкой своей проверил, но именно почему-то как обоюдный толчок клюшкой интерпретировали это арбитр. Иван Чесноков шайбой. Передача на партнера. И тут же выход 2 в 1 получает белый медведь. Чесноков, Хажеев тащит. Здорово здесь на перемещении Руслан сыграл, не позволив отличиться 23-му номеру Глебу Чеснокову. Рахманов, бросок из-под защитника. Утеньков первый раз вступает в эту игру. Ну и если говорить про прошлый матч, то я бы не сказал, что Утеньков там трудился в поте лица. О, вот передача под синюю линию, и Киржаков выход в ноль, бросок. Ну как же сейчас не попал Дмитрий в дальний угол ворот Утенькова. Вот вновь точность подводит челябинцев. Классный пас под синюю линию. Ну и Киржаков был просто обязан свою команду выводить вперед. Много у него моментов в последних матчах, но не удается пока отличиться. Телегин. Ему вот как раз удалось в прошлом поединке отличиться. В большинстве там классная комбинация, когда Степан Горбунов на Никиту Телегина ассистировал. Ну вот Телегин лучший бомбардир. 25 поединков и 21 набранное очко у Телегина. Следом за ним Дмитрий Киржаков, имея в своем активе 19 баллов при 23 встречах. Момент, когда классная передача от Егора Куприянова на Чеснокова прошла. И там Чесноков пытался между ног подпустить Хажееву, но здорово здесь Хажеев в шпагате сыграл. А следом момент, в котором уже Утеньков вступил в игру, но не сказал бы там, что это был какой-то сверхмомент. Епаров хорошо играет на подборе. Перевод Микановича на Подгузова. Андрей в глубину на Егора Горбунова. Здесь мы видим формат 4 на 4. Через 40 секунд будет полный формат. 5 на 5. Миканович. Конечно, вот когда мало людей, да, на льду, 4 на 4, 3 на 3. Это время ребят, которые хорошо катаются. Бросок Горбунова. На пятаке там был Подгузов. У Тиньков ловушкой бросок Егора Горбунова отражает. Но смотрите, как же белые медведи активными действиями своими заставляют нижегородцев, казалось бы, да, откидываться. Но я бы выделил, конечно, что главная команда, да, что молодежная в Нижнем Новгороде здорово катается и никогда не откидывается. Ну и, наверное, это стоит сказать и про тракторы, про белых медведей. Тоже такая философия имеет место быть. Селиванов входит в зону, здесь сразу двое его опекают. Ну вот посмотрите, как же Чайка на определенных участках, особенно когда игрок стоит спиной в поле, создает преимущество, да, численное. То есть вдвоем на одного идут, и нужно вот пользоваться этим белым медведем, пока тебя не накрыли, да, какую-то короткую передачу отдать, и будут обрезаться нижегородцы.
Щеглов разгоняет атаку себе на ход, пробрасывает. Здесь будет первый Арсений Варлаков. Еще Кружка у Тиньков играет, и не совсем удачно. Вновь активными действиями здесь челябинцы пытаются закрепиться в зоне, но вновь Нижний здорово из-под этого прессинга выходит. Кабуров бросок, перекладина спасает белых медведей. Мог сейчас Арсений Варлаков открывать счет в этой встрече, но перекладина ворот Хажиева сейчас спасла. Селиванов не стал вбрасывать, чтобы не отдавать шайбу соперника. Сделал улитку. А вот здесь Степан Грубунов, нужно ему ставить корпус, что он и делает. Бросок с разворота. Потеряли шайбу нижегородцы, но не воспользовался этим Данил Шубин. Юсупов ошибается и здесь мог убежать Иван Окороков, но здорово на возврате действует Александр Тертышный. И шайба покидает пределы поля, улетая вновь на лавочку челябинцев. Вот смотрим момент, как же здесь проспали подключение защитника. И Сусов здесь бросал Варлаков, и перекладина спасла. Не доработали нападающие на возврате, и вот момент получили белые медведи. Хорошо, что каркас ворот здесь за Хажиева сыграл. Миканович. Сброс на Подгузова. 7 минут команды уже сыграли в этом периоде по броскам. 4-3 в пользу Чайки. Шубин, Миканович. Колоди. Хороший силовой прием. И Андрей Подгузов вставляет шайбу в зоне. Подгузов. Степан Горбунов. 3-2. Здесь атака. Преимущество у белых медведей. Дальний бросал Степан. Не попала шайба в сторону ворот Дениса Утенькова. Да, вот неплохой момент. Ну и сегодня в рамках Олимпэт молодежной хоккейной лиги запланировано 6 поединков. 2 из них на Востоке. И они уже взяли свой старт здесь, в Челябинске. Белые медведи, Чайка. В Магнитогорске Стальные Лисы к 9 минуте уже обменялись заброшенными шайбами с казанским Ирбисом. Напомним, что первый поединок закончился в пользу Магнитогорцев 5-3. Стальные Лисы побили. Ну и вечерняя сессия. Это матчи Западной конференции. Красная Армия, Динамо, СПБ. МХК Спартак, СКА 19-46. Алмаз, Капитан и Лока против Академии Михайлова. Чесноков здесь добавляет ногами и обкрадывает все-таки Юсупова. Передача на пятак. Но здорово здесь Ярослав Федосеев доработал. Наброс, рикошет. Мимо створа ворот шайба летит Телегин. Выбрасывает шайбу из зоны. И идут меняться челябинцы. Приянов. Федосеев его встречает. И здесь отбор хороший. Можно 2 в 1 убегать. Кулешов и Епаров. Леонид Кулешов. Бросок у Тиньков. Хорошее спасение у Тинькова. Классная выбранная позиция. И здесь здорово сработал вратарь Чайки. А вот этот бросок Федосеева мимо створа врача пролетел. Вот здесь ошибка Чайки и Паров на Кулешова. Кулешов бросок и в ловушку здесь вылавливает у Тиньков. Предупреждение нижегородцам. Лайцман выносит. Да, вот этот момент, наверное, самый опасный в исполнении в этом периоде белых медведей. В глубину на Горбунова. Егор. Сброс на Кулешова. Борьба у борта. Здесь борьбы, если мы помним, по прошлому матчу было. Хоть отбавляй, очень плотный матч. И вот третий период, знаете, вот... Как-то... Даже не могу объяснить, что с белым медведем случилось. Так добавила Чайка. И так развалились челябинцы. Так нельзя, конечно. Даже пришлось вратаря менять после пятой. Хотя к Машарову там претензий вообще минимум, наверное, за исключением четвертой пропущенной. Так всю игру свою команду Данил тащил. И там был момент в конце второго периода, наверное, самый такой эффектный сейв он совершил. Ну и... Все равно, как итог, 5 пропущенных шайб. Ну и потом Хажиев встал в ворота. И там были-то тоже моменты у его ворот опасные. То есть я говорю, что полевые игроки белых медведей просто развалились. Ну и была проведена определенная работа тренерским штабом. В частности, психологическая. Был разбор игры. И сегодня посмотрим, к чему это все приведет. Наверняка челябинцы настроены взять реванш. Тем более играют у себя дома. Селиванов.
Силовой прием проводит Иван против Михаила Ипатова. И вновь смотрите, как же быстро из обороны в атаку переходят Нижний Новгород. Бросок блокирует Степан Горбунов из винта ворота. Наносил бросок по воротам Григорий Кабуров. Доминик Миханович там вместе с игроком «Чайки» эти ворота сдвинул. Смотрим, Кабуров бросает. Ну и здорово здесь Степан Горбунов заблокировал выстрел нападающего «Чайки». К экватору приблизился стартовый период. Пока 0-0. Хотя мы можем вспомнить, да, и попадание в перекладину Ротхажеева, и там выход 2 в 1. Ну и в обратную сторону там момент был, когда Кулешов и Епаров убегали. Но у Тиньков здорово сработала ловушка в этом эпизоде. А пока бежит в атаку Демьян Ермак. На партнера пытался сделать передачу. Перехватили ее. Степан Горбунов. Сброс на Тертышного. Колодий. Шайба Леонид. Он классным, классной техникой обладает. Чайка шайбой. Белые медведи здорово здесь накрыли нижегородцев. И нанесли бросок по воротам у Тинькова. Вновь здорово сыграл Денис. Бросок здорово выкатился здесь у Тиньков. И свои ворота спасает. Момент. Передача на дальнюю штангу Киржакову. Она не дошла с разворота. Здорово отдавал Никита Телегин. Перехват от все того же Телегина. Телегин сразу же на Киржакова. Киржаков пытался забросить. Ошибается здесь защитник «Чайки». И Телегин бросок из-под защитника. Но вновь он приходится в пузо Денису Утенькову. Здесь стычка. И игра остановлена, не дают здесь арбитры страстям разгореться. Вновь выигранное выбрасывание белыми медведями. Ярослав Епаров с острого угла. Там передача на пятак. Взмыла она на пятаке у Тинькова, но вновь за спину голкиперу «Чайки» не залетает. Куприянов. За спиной открывался у наших защитников Глеб Стафеев. Епаров, Стафеев здесь же Подгузов. Здорово выходит из-под прессинга челябинцы. Передача под синюю на Горбунова. Проброса не будет. Первый на подборе Егор. Перевод на Юсупова. Юсупов меняет фланг атаки на Горбунова. И уже бежит в атаку Михаил Епатов. Бросок, рикошет. Хажаев вступает в игру. Миканович. И вновь бросок наносит на сей раз Лев Сальников, автор победной шайбы в прошлом матче. Бросок, рикошет. Здесь мечется шайба на пятаке Хажеева. Серия рикошетов. Руслан там мечется, как белка в колесе. Бросок с разворота. Ну как же беспрепятственно дают наносить броски челябинцы нижегородцам. Кабуров, Варлаков. Вновь подбор. Вновь Хажеев. Не удается ему зафиксировать шайбу, но как же туда на пятак идут у нижегородцы так... Зло по-спортивному. И вот проблемы возникают у челябинцев. Нужно, конечно, свой пятак защитникам чистить. Вот смотрим, здесь много рикошетов, много отскоков. Вот еще один Варлаков там на пятаке был. Ну и Хажеева, отметим, в этих эпизодах не дал шайбе за ленточку своих ворот Руслан закатиться. Проигранное вбрасывание, так Матюшиным вперед выиграл его
Данила Милюсик. Передача на дальнюю, ломается клюшка. Не вовремя для Игоря Наумова, но вовремя для белых медведей, потому что там, мне казалось, в пустые уже ворота бы забивал Матюшин здесь. У Тиньков на выходе и открывает белые медведи счет. Да, белые медведи открывают счет в этой встрече. Давила Чайка, а забили челябинцы. И это Михаил Щеглов свою очередную шайбу забивает. Но отметим в этом эпизоде Андрея Матюшина. Он этот гол сделал, пошел в обыгрыш нагло, дерзко. Нанес бросок, взял подбор. Смотрим, Матюшин здесь здорово подпустил Чеснокова, бросил, первый на подборе. Отдал на пятак, и Михаил Щеглов гоняет в дальнюю угол ворот Дениса Утенькова. Белые медведи выходят вперед, 1-0. Да, вот так и бывает. Матюшин передача. Щеглов, заброшенная шайба для Матюшина. Это 11-е набранное очко, 4 плюс 7 у него в 22-м поединке. У Михаила Щеглова 8-я шайба в 24 матчах и 15-е набранное очко. Вот так на 13-й минуте белые медведи выходят вперед. Первый раз вот в этих спаренных встречах. Ну и по броскам равенство 7-7 к этому моменту. Наверное, это 8-й бросок в створ, который стал голевым. И Михаил Щеглов, автор заброшенной шайбы. Да, вот так подтащил там Хажеев. И повезло в определенных моментах Руслану где-то, когда и клюшка там сломалась. Ну, и здорово воспользовались своим моментом белые медведи. А следом еще момент, который Рыкманов бросал, ловушкой у Тиньков отразил. Миканович. На пятак, Киржаков подставление, и шайба улетает за пределы поля. Вот так вот. Белые медведи пытаются нарастить свое преимущество. Классный пас Киржакова на Рыкманова. Алексей пока в этом сезоне без голов, очень переживает. И наш нападающий, наряду с Русланом Агламзяновым, они лучшие бомбардиры белых медведей прошлого сезона. И пока вот у Алексея Рыкманова нет голов в этом сезоне. 10 матчей, 0 плюс 7. Шубин закладывает здесь вираж. По-бобровски пытался завернуть ворота. Удаление будет первое в этом матче со стороны Чайки. Хажеев уже на скамейке. Выходит. Они могут разорваться за подножку вот здесь. Да, похоже, это вратарь, да. Денис Утеньков зарабатывает 2 минуты. И кто-то из тех, кто был на льду, должен отправиться на 2 минуты. Посмотрим, кого тренерский штаб Алексея Исакова отрядит на скамеечку. Самого молодого. Романа Кузнецова. Из тех, кто был на льду. Уступает белый медведь на вас, и тут же забирает подбор Юсупов на Епарова. Юсупов, Епаров, Егор Игмунов, Артемий Гатиатулин там в качестве столба на пятаке, и Дмитрий Киржаков. Юсупов, Киржаков шайбой. Неточная передача от Юсупова. Пока обратимся. Игра в большинстве у белых медведей, 15-я позиция в лиге. 81 попытка, 17 заброшенных шайб и 21% реализации. Что касается меньшинства Чайки, то Чайка находится на 20-й позиции. 94 раза играли. В меньшинстве 18 пропустили, 89. А тут выход 1-0 мы получаем. И здорово здесь работает клюшкой Руслан Хажеев. Да, не собрано белые медведи. В этом большинстве действуют. Юсупов на партнера. Горбунов здесь. Выбрасывает шайбу Чайка. И сгорела вот эта первая минута большинства. Ну и Чайка еще 3 шайбы, играя в меньшинстве, забила. Колодий на Матюшина. Матюшин теряет шайбу. И тут же Чайка такой пружиной бежит вперед. Чесноков ставит корпус. Здорово Миканович клюшкой у него выбивает. Вместо того, чтобы забить, уже почти один выход 0 получили. Чуть второй сейчас челябинцы сами себе не привозят. Телегин входит в зону на опыте.
Но Варлаков здесь опрокидывается. Хорошо, что Доминик Миканович сохраняет шайбу в зоне. Миканович, бросок, подставление от Матюшина. Шайба улетает в сетку. Через 14 секунд появится Роман Кузнецов на льду. Да, Гатиатуллин здесь неточный пас. И Данила Милюсик уходил в ноль. Но Хажеев здорово в этом эпизоде сыграл. Два момента, играя в большинстве, белые медведи в свои ворота привезли. Селиванов на Федосеева. Матюшин. И смотрите, вновь Чайка бежит вперед. Это Егор Куприянов сбрасывает на Кузнецова. Кузнецов бросок. Ловушку отражает Хажеев. И следом еще одно эффектное спасение от Руслана. Не позволяет он Чайке сравнять. Два подряд броска. Ну вот сразу в ловушку, да? Поймай, и не будет это повторного добивания. Смотрим. Кузнецов сброс на... Кузнецов бросок. Шайба выпадает у ловушки. Из ловушки у Хажеева. Но там... И получилось у Глеба Стафеева перебросить Хажеева. Здорово. Свой же брак Хажеев почистил. Рахманов. Выходит шайба все-таки из зоны белых медведей. Ипатов. Здесь выходит шайба из зоны. 4 минуты еще играть в первом периоде. Пока 1-0 у нас. Благодаря шайбе Михаила Щеглова. В ассистентах у него, помимо Андрея Матюшина, еще Иван Селиван. Телегин. Ну, там Селиванов, поскольку там Матюшин все сделал, протащил, обыграл, бросил. Еще и подбор забрал. Рахманов. Передача на партнера. Телегин. Киржаков, прошу прощения, на... Телегина отдавал. Здесь под гузов подключается к атаке. Теряет шайбу Андрей. И вновь бежит в нее. В атаку уже своей команды Даниил Амилюсик. Смена мест. Бросок по воротам. Хажеев в игре. Атаковал Игорь Наумов в воротах белых медведей. Но бросок качественным не получился у 87-го номера Чайки. Не удается белым медведям выйти из зоны. Это позволяет... Андрею Крутову здесь крутить виражи в зоне челябинцев. Урчев. Подгузов. Шубин. Двигается в центр. Но шайба сначала, казалось, от него ушла. Затем возвращается к нему. Передача на Степана Горбунова. Не удается Степану нанести бросок после передачи Леонида Колодия. Так, немножко подутихла игра. Вот здесь выход 2 в 1. Степан Горбунов на Колодия. Колодий 2-0. Белые медведи забивают вторую. Горбунов, Колодий. Хорошая связка. 2006 года рождения. И 2-0. Белые медведи выходят вперед. Вновь здесь выиграли синюю линию. Федосеев на Горбунова. Горбунов здесь здорово принял и передачу на Колодия отдал. Ну и Леонид Колодий здесь мастерски разобрался с Денисом Утеньковым. 2-0. Белые медведи в конце первого периода увеличат преимущество до двух шайб. Ну классно, классно. Здесь отметим Горбунова и Федосеева для... Ярослава Федосеева. Это вторая передача в восьмом матче. Степан Горбунов набирает свое 15-е очко. 6 плюс 9 у него становится. Ну и Леонид Колодий. 6-я шайба в 23-м поединке. И 13-е очко набирает. Тертышный. Передача неточная. Здесь Проничкин здорово действует в отборе. Горбунов. Кулешов на Егора Горбунова. Горбунов пытался там навесной передачи найти Ярослава Ипаро. Но не удалось это сделать. Тертышный. Ипар.
Горбунов. Входит в зону. Здесь Епаров. Смена мест вместе с Юсуповым. Епаров. В центр выкручивает Ярослав. Чесноков его здесь плотно атакует. Киселев на Юсупова. Мощный выстрел Владислава. У Тиньков в игре. И здесь смотрим, Проничкину что-то нужно, я не могу понять. Он постоянно он пытается задирать наших ребят. Но есть в составе белых медведей кому ответить. Егор Рыбунов там немножко. Недоволен этим эпизодом, что... Ну да ладно, 2-0, самое главное, медведи ведут. Это основное, это заброшенные шайбы, а... Все остальное, как говорится, подождем. Две шайбы белым медведям позволяют. Как комфортно достаточно в этом матче. Вести Колодий и Щеглов, авторы заброшенных шайб. И последняя минута первого периода берет свой отчет. Щеглов с разворота набрасывал. Там Селиванов на пятаке боролся. И тут же бежит в атаку Чайка. Кузнецов. Классная передача. Хажеев останавливает игру. И там вновь небольшая потасовка. Демьян Ермак в этом эпизоде пострадал. Вновь бросок. Здесь Подгузов, по-моему, сблокировал выстрел Романа Улитина. Телегин против Льва Сальникова на точке. Вбрасывание остается за центральным Чайки. Но здесь тут же его прессингует Иван Урычев вместе с тем же Никитой Телегиным. И вот про то преимущество, на которое я говорил, численное. Белые медведи сейчас его создают в своей зоне. И тут же это приносит плоды. Алексей Рыкманов из зоны выводит. 30 секунд еще играть. Урычев прессингует его. Но здорово, Иван разбирается. Передача на Рыкманова. Но не удается Алексею выйти из зоны. Здорово здесь. Телегин играет жестко. И это позволяет белым медведям из зоны своей выйти. Последние секунды стартового периода. 2-0 по его итогам. Шайбы Щеглова и Колодия позволяют комфортно уходить на этот первый перерыв челябинцам. И смотрим опасные моменты этого периода. Отдыхаем 15 минут и возвращаемся сюда вновь в Челябинск на матч Олимбет молодежи хоккейной лиги. Белые медведи, Чайка. Играет сюда.
Я ближе, чем ты думаешь. Я в твоих руках. Я твое движение. Я соединение города и цивилизации. Я открываю для тебя космос. Я в твоей крови. Я медь. Наряди команда «Ариант» — профессионалы своего дела. Посмотрите.
Я ближе, чем ты думаешь. Я в твоих руках. Я твое движение. Я соединяю города и цивилизации. Я открываю для тебя космос. Я в твоем крови. Я медь. Олимбет, молодежная хоккейная лига. Белые медведи, Чайка. И по результатам первого периода 2-0 на табло. Две шайбы белых медведей в стартовом периоде. Сейчас обязательно разберем. 13-я минута. Здесь Андрей Матюшин пошел вперед. Бросил поворотом Утюнникова. Тут же забрал подбор. И нашел передачу на пятаке Михаила Щеглова, который открывает счет в этой встрече. Делая счет 1-0. В ассистентах также Иван Селиванов. Но здесь, конечно, Андрей Матюшин. Обыгрыш один в один, подбор и еще и точная передача на Щеглова. Щеглов в дальний угол ворот Утюнникова забивает. Моменты были у Чайки, было попадание в перекладину, а вот это вторая шайба, заброшенная белыми медведями. Классно здесь Ярослав Федосеев вывел 2 в 1 Степана Горбунова и Леонида Колодия. Ну и Степан классный пас на Леонида отдает. 2-0 на 18 минуте, Колодий делает счет. Много было моментов у тех... Наверное, даже у ворот белых медведей, но там, где не мог помочь Хажеев, помогала перекладина, помогали отскоки. Хотя по броскам белые медведи-то переиграли. Нижегородцев 24 на 22. Это броски в сторону ворот. 14 на 11 броски в створ. Выход Рыкманова и бросок в ближний угол ворот Утюнькова. По вбрасываниям 13 на 10. По силовым 12 на 1 в пользу белых медведей. Тотальное преимущество при игре
при силовой борьбе. Чесноков бросок, Хажеев отбивает. Да, и еще было два удаления в этом периоде. Даже три, получается. Одно из них было обоюдное. И один раз белые медведи поиграли в большинстве, правда, дивидендов. Никаких из этого не смогли извлечь. Напротив, там после ошибки получили выход в ноль Данила Амилюсика. Челябинцы. Но не смог Амилюсик Хажеева в том эпизоде переиграть. Команда уже на льду, на ваших экранах. Алексей Исаков и Дмитрий Космачев. И Руслан Хажеев, который пока держит свою команду в игре. И ворота своей неприкосновенности. Стартуем второй период. Амилюсик против Телегина на точке. Бросание на сей расстается за Данилой Амилюсиком. Он выиграл вбрасывание. И тут же Чайка понеслась вперед. Выход в ноль получаем. Вновь Хажеев свою команду спасает. Момент. И Власову шайба отскакивает. Ну как же сейчас вновь старт периода, в котором получился вот этот стандарт у Чайки. И выход в ноль Данилы Амилюсика. Второй раз он выходит в этом матче в ноль. И второй раз Хажеева ему не удается переиграть. Да. Опасно было. Классная подкидка Крутого. Перелетает шайба через клюшку Телегина. Ну и Хажеев свою команду в этом эпизоде спасает, не позволяя нижегородцам одну шайбу отыграть. Вторые звенья на льду. Звено Егора Горбунова. И против него тройка Егора Куприянова. Микановича встречает здесь Глеб Чесноков. Кулешов меняет фланг атаки, но здесь уже Иван Чесноков на перехвате действовал. Тут же Ярослав Епаров в отборе здорово действует и бежит в атаку. 97-й номер белых медведей. Горбунов туда в глубину на Епарова. Здесь Проничкин против него. Выигрывает борьбу Епаров, подает на Подгузова. Подгузов ложное движение, затем бросок, который блокируется Глебом Стафеевым. Чесноков меняет фланг атаки. Здесь тот же Стафеев, ему нужно уже меняться, переиграл он смену. Да, вот сейчас это и делает. Но второй период, по традиции, это игра, так сказать, на ошибках, на пересменке, на наложении смен при игре в атаке. Ну и нужно, конечно, правильно меняться во втором периоде. Иначе можно себе много проблем заработать. Селиванов отбирает у него шайбу Сальников. Матюшин в глубину туда двигает дальше шайбу. Здесь вновь Иван Чесноков, который явно переиграл эту смену. Тяжело ему. Селиванов. Кобуров по закруглению. Здесь здорово захлапывает эту калитку Михаил Щеглов. И в атаке белые медведи. Урочев. Перевод на партнера. Федосеев. В лицевой борт. Здесь шайба меч на пятаке. Матюшин не смог на оперативном построе переиграть Утенькова. Вместо этого получаем здесь выход. Хажеев сбивает Сальников. И мне кажется, что это не по правилам было. Атаку вратаря здесь можно было арбитром свистнуть явно. Ермак. Передачу получает. Здорово в отборе действует Иван Урычев. Ну как же на коротке здорово играют нижегородцы. Ермак в центр выкручивает бросок по воротам Хажеева. И штангу попадает Роман Кузнецов. Отбил Хажеев, но вновь штанга на его стороне. Штанга и перекладина. Лучший друг вратаря сегодня. Голкипер белых медведей это подтверждает. Ермак вновь входит в зону. Передача на партнера. Кузнецов, где там шайба? Шайба под щитками у Хажеева. Игра остановлена. Вот Сальников, смотрим, да, выкручивал. Нет, Урычев здесь толкал, конечно, 71 номера на своего голкипера. И никаких претензий в этом эпизоде не может быть. А вот этот бросок Ермака и просто пустые ворота здесь простил Роман Кузнецов. Был уже отыгран Хажеев. Выиграно вбрасывание вперед Данилой Амилюсиком. Бросок по воротам Хажеева. Руслан вступил в игру. Киселев на Рыкманова.
Миканович. Сброс на Киселева. Рыкманов здесь прессингует Варлакова. Он. Телегин. За ворота уходит на удержание, подключает Доминика Микановича. Миканович меняет фланг атаки. Здесь Никита Киселев, бросок по воротам. Не нашли здесь добивания челябинцы. Здорово защитники Чайки почистили в этом эпизоде. Здесь здорово на перехвате уже действует Доминик Миканович. По закруглению шайбу вбрасывает у Тиньков на выходе. Здорово играет клюшкой вратарь. Современные веяния, да, и тенденции хоккея требуют вратаря играть, конечно, здорово клюшкой. Момент у Чайки, Хажеев в игре. Киржаков. Улитку делает, подключает Леонида Кулешова. Кулешов на Подгузова. Подгузов наброс, серия рикошетов. И Чайка бежит уже в свою атаку. Это Глеб Чесноков бьет по тормозам, ищет партнера, дает на Ивана Чеснокова. Хорошая здесь смена места от Чайки. Бросок Артема Проничкина, и шайба покидает пределы поля. Да. Вот смотрим момент, в котором вновь Арсений Варлаков здорово подключался и атаковал ворот Хажеева. Здорово Руслан здесь в этом эпизоде сработал. 17-16 по броскам створ вышли вперед нижегородцы. Равный матч и равное количество бросков. Епаров на Юсупова. Владислав разгоняет атаку белых медведей. Хорошее катание демонстрируя. Юсупов на Епарова. Епаров на Подгузова. Ярослав Епаров здесь самостоятельно разгоняется. Здорово взаимодействует с Леонидом Кулешовым. Епаров, бросок из-под защитника. Шайба у Дениса Утенькова. Игра остановлена. Вбрасывание в зоне Чайки будет произведено. Не получился кистевой, как мне кажется, у Епарова. Знаю, что он может и поинтереснее бросить. Ну вот я говорю, что в последнее время сбился у 97-го номера явно прицел. Давно не забивал Епаров. Щеглов здорово отрабатывает оборону и отдает передачу на Ивана Селиванова. Здесь Андрей Матюшин мчит в атаку. Андрей. Бросок по воротам у Тинькова. Шайба там у него под щитками. Потасовка здесь небольшая. Не дают и разгореться Лайтсона. И один из главных. Сирийская бригада. Сегодняшний матч. Матюшин, вот смотрим, бросок. Всем видом показывал, что будет отдавать. По льду пустил такую скользящую. И чуть было не нашла она там дырочку в ворота. У Тинькова здорово щиток этот прижал голкипер в этом эпизоде. И подсказки от тренера вратарей Глеба Евдокимова. Миканович здесь навязывал прессинг. Вновь Доминик шайбой на Степана Горбунова. Здесь клюшку, мне кажется, схватили Степану. Он ее сразу же отпустил, именно поэтому удаление не последовало. Пока достаточно дисциплинированно белые медведи действуют. Одна из самых удаляющихся команд лиги. Это я говорю про челябинцев. Много удалений. Неудобной передачи на дальнюю. Здорово Телегин отрабатывает в оборону. Там подкидку отдавал Игорь Наумов на Андрея Крутова. Момент, по-моему, в Наумова пытается шайба после броска Крутова. Не удается Колодию вывести из зоны. И вот здесь момент получаем у своих ворот. Вновь эта тройка, называемая Данилом Амилюсиком, хороша. Хороши в отборе челябинцы. Выкидывают они шайбу из своей зоны. Правда, они вот этой передачи под синей линией дают нижегородцы состав заменить белым медведям. Телегин. Сил у него уже не так много.
на пониженной передаче здесь Телегин катился, но бензин здесь в эпизоде в этом кончился. Киржаков на Рыкманова, Рыкманов на Урычева. Урычев бросает, не доходит шайба до ворот Чайки. Но остается она под контролем белых медведей. Киржаков вновь на Урычева. Подставление там. Нужно добивать, искать ее. Но Утеньков здорово разбирается в этом эпизоде и прижимает шайбу, не позволяя челябинцам ее добить в свои ворота. Мы видим подсказка от Владимира Воронцова, тренера, по нападающим, что нужно вот после этих набросов защитников, да, постоянно ее искать. И об этом он сейчас именно говорил Алексею Рыкманову, что подборы за пятак нужно воевать. Горбунов Егор, казалось бы, выиграл бросание, но шайбы оказались хоккеисты из Нижнего Новгорода. Мчит в атаку Ивана Короков. Кабуров на синюю линию. Бросок, не доходит шайба до Хажеева. А здесь Епаров первый. Тем временем стальные лисы в своем поединке, в параллельно проходящем, уступают уже казанскому Ирбису. Там счет 1-3 в пользу хоккеистов из Казани. Напомню, первый поединок остался за стальными лисами. 5-3 они победили. Юсупов. Владислав шайбой. Передача на Епарова. Ермак, Щеглов, Матюшин. Прострел на Селиванова. Не удается Ивану замкнуть. Киртышный. Бросок. Утеньков в игре. Ермак на Улитина. Вброс в зону Хажеева от Андрюкова, но здесь ничего не смогли извлечь из этой атаки нижегородцы. Колодий на Щеглова. Здесь вновь туда в глубину, в надежде, что Иван Селиванов поборется. Силовой прием Иван проводит, но разбивает эту активную игру белых медведей точными передачами нижегородца. Вброс Хажеев на выходе по закруглению на Селиванова. Да, и пока ничего интересного не происходит. А вот сейчас Амилюсик входит в зону, уходит за ворота. Киселев здесь здорово его прессингует и шайбу отбирает. Шубин на Колодия. Колодий вновь Шубин на Степана Горбунова. Какая красота! 3-0 белые медведи. О, вот это тики-таки от Шубина и Степана Горбунова. И Степан уже в отыгранные ворота Утеньков был отыгран и отправляет третью шайбу в ворота Чайки. Делает счет 3-0. Но как же здесь в стеночку сыграли Шубин и Степан Горбунов. Вау, класс! Украшение, конечно, Колодий затащил в зону, сбросил на Шубина. Шубин на Горбунова, Горбунов на Шубина. Но вот эта передача последняя от Шубина. Я уж хотел его критиковать, почему не бросал Данил. Но здесь просто вау. Разыграли как по нотам челябинцы. И 3-0 делают счет белые медведи. Второе набранное очко в этом матче для Степана Горбунова. Ну и вот так вот. 3-0, и Чайке нужно постараться сейчас, чтобы вернуться в игру. Хотя на это еще есть пол матча. Только сейчас 10-я минута второго периода взяла свой отсчет. Куприянов, сброс на Ивана Чеснокова. Подгузов здесь борется, но в борьбе в этой преуспевают нижегородцы. Стафеев. К статистике обратимся. Горбунов. Степан набирает свое 16 очко, 7 гол для Данила Шубина. 10 матч и 4 результативная передача. 0 плюс 4 у него. Урычев здесь первый на шайбе, ищет партнера. Под синего дает на
Егора Горбунова. Проброс, неточный пас, проброс и вбрасывание в зоне Хажеева, который вот последние минуты так подзамерз, объективно говоря. Но белые медведи пока сегодня здорово играют. И нужно что-то менять Алексею Исакову. Замена вратаря. Меняет Дениса Утенькова Дмитрий Дагестанский. Вот в прошлом матче Машаров сменил, точнее Хажеев сменил Машарова. Но там у Данила-то нагрузка была. Сегодня я бы не сказал, что у Дениса Утенькова какая-то была нагрузка. Но три пропустил, и такой даже где-то психологический момент для тренерского штаба и для команды «Чайка». Тиртышный на Егора Горбунова. Егор Окороков. Бросок не доходит вновь до Хажеева. Дмитрий Дагестанский, кстати, оформил свой первый сухарь в МХЛ. Это в поединке против «Стальных Лис», когда «Чайка» «Магнитку» обыграла в гостях 2-0. И я был удивлен, что в первом поединке против «Белых медведей» ворота занял Денис Утенков. Ну, видимо, тоже по очереди играет эти голкиперы, так же, как и в «Белых медведях», потому что развитие должно быть... Развивать должны двух вратарей, а никак не одного. Ну да, примерно одинаковое количество встреч. 16-й матч для Утенькова, 14-й для Дагестанского. Ну и цифры примерно одинаковые. Кузнецов против Матюшина на точке вбрасывания. За Кузнецовым это... Момент. Кузнецов не замыкает дальнюю штангу. Момент. И здесь... И все-таки гол. Да, «Чайка» забивает. Вот так вот. Казалось бы, что не удалось нижегородцам забить. Похоже, первая шайба для кого-то из Нижнего Новгорода. Сейчас посмотрим. Романа Улитина все поздравляют. На повторе я даже не понял, как шайба залетела в ворот Хажеева. Вот передача на дальнюю штангу здесь. Ну да, не самая удачная вот игра Хажеева в этом эпизоде. Да, между ног там шайба просочилась в ворота Руслана. Вот так быстро отыгрывается «Чайка». Одну, точнее, шайбу отыгрывает. Сработала, получается, замена вратаря. Да, Роман Улитин, для него это первая шайба в МХЛ и вообще первое набранное очко. Колодий борется здесь. Здесь же приходит на помощь Шубин. Шубин на Колодий, а шайба выскакивает на пятак. Здесь Степан Горбунов. Колодий. Шубин, много борьбы вновь. И вновь тройка Амелюсика на льду. Подгузов. Борьба здесь у борта. Шубин. А почему здесь положение вне игры-то? Уже Колодий перелазил борт. Но Лайцены почему-то решили свистнуть в этом эпизоде, определив положение вне игры. Да, уже Колодий был вне игры. Непонятно, почему здесь судьи свистнули. Ну да ладно. 7:37. Еще играть во втором периоде. Белые медведи 3-1 впереди. Во втором периоде обменялись команды заброшенными шайбами. Чесноков. Подставление. Это проброс будет. И вбрасывание в зоне Дмитрия Дагестанского. Сейчас будет проведено. Алексей Исаков. На наших экранах был это Егор Куприянов. Это Никита Телегин, лучший бомбардир команды сегодня. Пока без набранных очков Никита. Телегин на Киржакова. Бросок Рыкманова. Заблокировал Михаил Ипатов. Куприянов. Мчит он в атаку. Да, и первое большинство для «Чайки» в этом матче. Сегодня мы посмотрим. Доминик Никонович на 2 минуты отправляется.
за задержку соперника. Цифры меньшинства белых медведей. 112 раз играли челябинцы. Я говорю, что много удалений, особенно двухминутных у челябинцев. 15 пропущенных шайб, 86,6 и пятая позиция по нейтрализации. Меньшинства, 3 шайбы белые медведи еще забили, играя в численном меньшинстве. Чайка в большинстве, 13-я позиция. 85 попыток, 18 заброшенных, 21,2% реализации Нижнего Новгорода. Смотрим большинство. Чайки, Проничкин на вершине. За ворота Наумова. Наумов на партнера. Здесь здорово почистил Шубин и Степан Горбунов. Под синий дагестанский на Наумова. Наумов передача на Амилюсика. Но Амилюсик, конечно, очень быстрый парень. Чесноков. Селиванов здорово в отборе действует. Вместе с Щегловым они на льду. Также пару защитников вставляет Андрей Подгузов и Никита Киселев. Минута меньшинства уже позади. Здесь момент, по-моему, там сетка порвалась, что ли, у ворот. Нужно обязательно этот повтор смотреть. На повторе мы этот эпизод разберем. Надо сейчас, так сказать, игру остановить. И повтор эпизода запросить. Потому что мне показалось, там Селиванов, если не забил, но то сетка точно там рваная в этом эпизоде была. Входит в зону Чайка. Селиванов. Из зоны ее выбрасывает. На выходе дагестанский. Варлаков. Микановича заканчиваются уже 2 минуты. Дагестанский вновь на выходе. Хажеев свою команду сейчас спасает. Атаковал Ивана Короков. Момент, выход в ноль. Рыкманов бросал эффектный сейф от дагестанского. Ну вот там арбитр проверяет эпизод. Там, скорее всего, просто сетка порванная. Да. Вот смотрим повтор. Щеглов, бросок. Похоже, что судьи идут смотреть этот эпизод. Селиванов бросал. Да, там сетка порвана. Ворот. Да, вот сейчас показывают нам. Идет видеопросмотр игрового момента на определение пересечения шайбы линии ворот. Вот этот момент, когда прорвался здесь Ивана Короков, и Хажеев вновь здесь с первым броском справился, но шайба отскочила на пятак, и вот этот выход Алексея Рыкманова, в котором он мог четвертую забивать, но здесь как-то все банально было в этом эпизоде, и в ловушку спокойно вылавливает. Вот повтор с верхней камеры, в котором очевидно, что сетка была порвана. И сейчас судьи должны определить.
Ну, вот эту оплошность, да, и дырку вот эту, конечно, надо исправить судьям. Ну и видел все Марат Аскаров, но, как говорится, не лишним было бы этот эпизод проверить. Проверили. Шайба не пересекла линию ворот. Здесь нужно косметический ремонт провести сетки, чтобы таких эпизодов больше не возникало. Все готово, чтобы этот матч продолжился. Сетку починили. Дмитрий Дагестанский там проверил, чтобы все было четко, а то как-то так я ближний, да, взял, а как-то она залетела в ворота. Но вот сейчас исправили это недоразумение в виде порванной сетки. Игра продолжается, и уже в зоне Чайка. Кому эта пауза пошла на пользу сейчас в ближайшие смены, нам покажут Миканович на Ипарова. Много борьбы, но из борьбы выходят победителями белые медведи. Миканович, хороший выстрел от Юсупова. Щитками играет здесь Дагестанский. Ну и вновь бросается в глаза, что сегодня вот эти все подборы, да, остаются за белыми медведями. В отличие от поединка позавчера. Улитин. На Кузнецова. Улитин. Кузнецов. И здесь мимо створа шайба летит параллельно воротам. Хажеева. Вновь обострял Роман Кузнецов. Чесноков. Очень быстрая у него скорость у 23-го номера, у Глеба Чеснокова. Чесноков наворачивает здесь круги. Падает, но самостоятельно это делает 23-й номер Чайки. Здесь бросок, подбор. Вновь в игру вступает Хажеев. Бросок Пронечкина. Хажеев в игре. Да, три броска подряд по воротам Руслана. Со всеми Хажеев справился. Миканович здесь вот на Юсупова отдавал, но не сумел шайбу поднять, и она нашла щиток в этом эпизоде Дмитрия Дагестанского. Щеглов против Куприянова. Вбрасывание остается за центральным Чайки. Бросок по воротам. Вот Крутова. Крутов, Куприянов. И Стафеев. Такое сейчас звено. Чесноков отправился в тройку Камилюсику и Наумову. А вот Андрей Крутов сейчас звене игрок Куприянова действует. Куприянов. Положение вне игры. Фиксирует арбитр. Игра остановлена. Михаил Щеглов, автор первой заброшенной шайбы на ваших экранах. Лев Сальников. В прошлом поединке ему удалось отличиться, и победная шайба на его счету. Киржаков, Телегин и Рыкманов на льду у белых медведей. Дагестанский по закруглению. Здесь Александр Тертышный. Бросок в борт лицевой он приходится. Здесь на подборе первый Рыкманов. Прижимает его Власов. Сальников. Хороший силовой под Гузова. Тертышный на Рыкманова. Рыкманов дальше. Не выходит шайба из зоны белых медведей. Вставляют ее нижегородцы. Кабуров. Рыкманов. Зовущая передача на Дмитрия Киржакова.
Первый был на шайбе Дмитрий, и непонятно, почему здесь Лайтсмены проброс свистнули, но тут же исправляется, то есть признавая свою ошибку, и бросок будет в центральном круге. Обидно, да, для нападающего, что только он пыхтел, бежал, и почему-то здесь Лайтсмены ошиблись в этом эпизоде за минуту 50 до конца второго периода, в котором две шайбы мы с вами увидели, одну от челябинцев, одну от Нижнего. Егор Рыбунов выигрывает вбрасывание у Данила Амилюсика. Епаров на Горбунова. Амилюсик туда, в глубину. Здесь Хажеев на выходе. Уверенно действует, отдавая передачу на Ярослава Епарова. Епаров на Кулешова. Кулешов на Горбунова. Опытная тройка белых медведей. Здесь бросок поворотом дагестанского. У него шайба из ловушки вываливается. Но не успевает на добивание белые медведи. После броска Леонида Кулешова. Хороший у него кистевой. А нет, это Егор Горбунов бросал, у которого тоже великолепный кистевой бросок. Но тоже в последних матчах он замолчал. Марат Аскаров на ваших экранах. Горбунов, Шубин, Юсупов, хороший выстрел здесь, щитками цепляет дагестанский. Юсупов на Степана Горбунова, минута последняя второго периода взяла свой отчет и бежит в атаку Чайка. Варлаков на Крутого, Варлаков с разворота. Власов бросает, подставление, шайба мимо ворот летит. Парлаков. Последняя минута второго периода взяла свой отчет, я уже сказал. Я думал, здесь Шубин через борт выведет себя и партнера. Два в одного, но не получилось. Следом Степан Горбунов на Андрея Матюшина. Андрею не удается зацепиться. Куричев на Федосеева. Федосеев. Поторопился здесь Киржаков. Нужно ему из зоны выйти. Власов самостоятельно, бросок из средней зоны, мимо створовной шайба летит. И здесь можно попробовать убежать, еще 10 секунд на это есть у Рыкманова и партнеров. Не удается Алексею зацепиться. А вот здесь выход 2 в 1 мы можем получить. Кузнецов убегает, Кузнецов, бросок, здорово сыграл в этом эпизоде Ярослав Федосеев. Бросок заблокировал, и после 40 минут игры уходим на перерыв. 3-1, белые медведи впереди, шайбы Степана Горбунова и Романа Улитина мы в этом периоде увидели. Также преимущество, как после первого периода, в две шайбы. Впереди третий период. Через 15 минут сюда вернемся. Пока смотрим опасные моменты. Я ближе, чем любой.
Перспективы там, где вы.
Я ближе, чем ты думаешь. Я в твоих руках. Я твое движение. Я соединяю города и цивилизации. Я открываю для тебя космос. Я в твоей крови. Я медь. Возвращаемся в Челябинск. Олимбет, молодежная хоккейная лига, белые медведи, чайка. После 40 минут игры счет 3-1 на табло, и команды обменялись во второй 20 минутке заброшенными шайбами. Сейчас мы их и посмотрим с удовольствием, особенно вот эту шайбу под номером 3 белых медведей. 29-я минута, и здесь просто умопомрачительная комбинация Шубина и Степана Горбунова. В стиле Барселоны футбольный сыграли на коротке здесь Горбунов и Шубин. Ну и Леонид Колодец здорово шайбу в зону затащил. И 3-0 счет стал. Спустя 2 минуты чайка благодаря шайбе Романа Улитина. А, вот замена вратаря произошла, да, сначала на 31-й минуте. И спустя буквально минуту это принесло свои плоды. Позиционная атака от чайки. Передача на дальнюю штангу. И здесь предательская шайба заползла в ворот Хажеева. Роман Улитин с передачи Максима Власова и Арсения Варлакова забивает. Для Улитина это первая шайба в молодежной хоккейной лиге. Были моменты и у челябинцев увеличить счет. Но
дагестанский, вышедший вместо Утенькова, здорово свою команду спасал. Ну и, конечно, по-настоящему фартило белым медведям, особенно вот в эпизоде, когда, по-моему, Роман Кузнецов в пустые ворота в штангу там попал. Вспомним эпизод из первого периода, когда перекладина ворот спасла Хажеева. Ну, нужно, чтобы вратарям тоже везло, это не последнее дело. А вот этот момент, который просматривали, ну, здесь просто с другой стороны ворот шайба залетела, порванная сетка. И здесь, о чем на повторе убедились судьи, и совершенно справедливо не засчитали этот гол. Руслан Хажеев на ваших ханах, это Дмитрий Дагестанский, который сменил Дениса Утенькова. Все готово к третьему периоду. Суров Марат Аскаров. Две шайбы преимущества белых медведей. Но ни в коем случае нельзя уходить в автобус. Нужно играть в атаку. Именно такой философии придерживается тренерский штаб во главе с Маратом Аскаровым. Тут же медведи бегут вперед. Телегин. Сброс на Рыкманова. Рыкманов, Киржаков, Телегин. Первая тройка. Юсупов и Киселев. Пара защитников. Амилюсик с Наумовым отыгрывается. Наумов меняет фланг атаки и убегает в контратаку. Чайка. Здорово Юсупов в этом эпизоде доработал. Там Чесноков себя предлагал уже на дальней штанге. Но вот классное действие, игра клюшкой в стык Владислава Юсупова не позволила Данилу Амилюсику сделать точную передачу на партнера. Подгузов в глубину. В Магнитогорске, кстати, 2-3 счет стал в начале третьего периода. Стальные лисы одну шайбу у Ирбиса отыграли. Егор Габунов встречает его здесь при входе в зону. Иван Чесноков, но остается шайба под контролем челябинцев. Со средней зоны наносил бросок Доминик Миканович. Кстати, о статистике по итогам двух периодов, она в пользу Чайки, пусть и небольшое преимущество нижегородцев, пока момент. 44 на 46 в сторону ворот в створ, 23 на 25 в пользу Чайки. Ну и побрасываем 20 на 22. То есть практически вот все компоненты, кроме самого главного, заброшенных шайб на стороне нижегородцев. По силовым приемам 14 на 3. Громаднейшее преимущество белых медведей, удаление. Вновь в зоне атаки Леонид Кулешов зарабатывает болезнь челябинцев. А пока момент, шайба попадает после броска Егора Куприянова там в партнера и до Хажеева не долетает. Получает меньшинство белые медведи. Я сам не понял, в каком из эпизодов Кулешов нарушил правила за блокировку. Смотрим. Ну да, он сбил вратаря. Сбил вратаря. Качественно здесь подставился Дмитрий Дагестанский. И Кулешов здесь коньками сбил голкипера Чайки. Получает большинство Чайка второй раз в этом матче. В первом случае не удалось забить. Стафеев на Варлакова. Бросок. Шайба мечется на пятаке. До Хажеева вновь не долетает. Юсупову нужно выбросить из зоны, что он и делает. Передача под синюю линию на Стафеева. Стафеев отыгрывается с Куприяном. Куприянов плечами качает в средней зоне. И это позволяет Телегина обыграть. Здесь еще и по пути обыгрывает он Александра Тертышева. Наносит бросок, который мимо створа ворот летит. Стафеев и Акароков здесь теряет шайбу. И Телегин с Киржаковым чат в атаку челябинских белых медведей. Бросок Дмитрия. Варлаков здесь здорово играет. Но вообще Варлаков, конечно, приятное впечатление оставляет. Катается очень здорово. И вот еще подмечал я его в прошлом сезоне, когда он защищал цвета Мамонтов Югры. Прончкин за воротами делает сброс на партнера. Здесь Крутов. 52 секунды еще находится в штрафбоксе Леониду Кулешову. Крутов. Передача на дальнюю. Не находит она адресата. Но Крутов первый на подборе оказывается. Вновь на вершину на Проничкина. Проничкину шайба доходит. Наброс. Хажеев все видит. И бросок Проничкина отражает.
Тронечкин наброс, мимо створа шайба летит. Амилюсик прижимает его здесь к борту Шубин. У Рычева нужно побыстрее здесь действовать в этом эпизоде. Меняются здесь в зоне атаки нижегородцы. Не на дальнюю штангу там Крутов отдавал, но шайба с крюка сошла. На ногах уже Кулешов готов, он появится на льду. Да, он-то и делает, не удается Чайке забить в большинстве. Второй раз в этом матче, а вот этот мчит в атаку Шубин. Шубин и Кулешов выход 2 в 1 организуют с догоняющим. На дальнюю Шубин, но не сумел он отдать передачу там на Леонида Кулешова, который со скамейки штрафников появился. Наумов, передача на Амилюсика. Андрюков, неточная передача. Проброса не будет, кстати, и здесь здорово накатывают нижегородцы, но не менее здорово здесь Киселев накатил. А мне кажется, здесь просто 2 минуты с железной не зажгли. А вот здесь зажигают. Все-таки второй раз. Судьи. Удаление на Ярославе и Парове. За подножку Петр Андрюков на 2 минуты отправляется. И второе большинство в этом матче для белых медведей. Горбунов, Степан, Матюшин, Колодий, Телегин и Миканович. Пятерка белых медведей. Предупреждение вынесено Григорию Кабурову за нарушение процедуры вбрасывания. Сейчас вот эти 2 секунды отмотают судьи назад. Все-таки со второй попытки Кабуров вбрасывание забирает. И здесь Сальников активно идет. Хажеев на выходе. Оставляет он шайбу на Микановича. Доминик шайбой. Сходу не удалось челябинцам закрепиться в зоне. Миканович. Неточная передача. Здесь, конечно, не своим делом занимается защитник белых медведей. Все-таки есть потехничные ребята, которые могут шайбу в зону затащить. Его задача получить на синей линии и доставить шайбу на пятак. Вот Миканович. Телегин. Миканович так хотел он, интересно, или нет, такую фейковую передачу сделал. Колодий. Миканович, нужно бросать, отдает на Колодия. Колодий на лицевую, на Матюшина. Матюшин на Телегина, не точно. И шайба улетает из зоны. Чайки, меняется спецбригада у челябинцев. Тем временем минута прошла, ни одного броска даже по воротам дагестанского медведя не нанесли. Киржаков прокидывает здесь Наумова. Но без продолжения в этом эпизоде. Юсупов. В глубину Владислав. Здесь дагестанский на выходе. Горбунов. Не точно. И выбрасывает шайбу из зоны. И Патов. Хажееву нужно повнимательнее быть. Здесь здорово на Влада Юсупова. Бездарное большинство вот это от белых медведей. Ни одного броска не нанесли они по воротам. Просто 2 минуты сожгли. Андрюков уже на льду. Без бросков это большинство для челябинцев. Закончилось. Киржаков. 13 минут еще играть в этом матче. Киржаков в глубину. На выходе дагестанский. Вновь Киржаков. Передача на Колодия. Нет, Щеглов, прошу прощения. Щеглов отыгрывается с Киржаковым. Дмитрий, здесь смена мест. Защитником перекладина. Да, вот так неожиданно шайба попадает в перекладину после броска Киржакова. И он в расстроенных чувствах отправляется на скамейку. Матюшин здесь вновь в борьбе хорош. Опрокидывает Власова. Конечно, очень цепкий нападающий, 39-й номер. Небольшого роста, но наглый по-спортивному, конечно.
Амилюсик на Крутова. Ощущение такое, что через смену появляется звено Данила Амилюсика. Чесноков. Здорово здесь. Федосеев при входе в зону отбирает у него шайбу и не позволяет в глубину зоны белых медведей заехать. Крутов за счет индивидуальных действий пытался обыграть. Ошибка, бросок, добивание, ХЖФ вытаскивает. Колодий. Из зоны выводит здесь Куприянов. Колодий вновь. Силовой прием проводит против него Иван Чесноков. Кабуров на партнера входит в зону. Глеб Стафеев пытается обыграть здесь Юсупова, но у Юсупова коньковая подготовка в полном порядке. И вот за счет разницы скоростей здесь не удается нападающему Чайке обыграть нашего защитника. Подгузов. Шубин. Входит в зону, уходит за ворота Данил. Ставит корпус. Падает, но здесь только если воротам давать нарушение за подножку в этом эпизоде. Миканович. Телегин. Он уже в зоне Чайки. Классный финт Телегина в бросок в ближний дагестанский в игре. Миканович на синей линии, на Рыкманова, Алексей шайбой. Смена мест, конечно, классно. Вот катаются белые медведи вот в этом матче. Друг друга предлагают. Много борьбы. Экватор близится. Это третий период, в котором пока без заброшенных шайб. Миканович. На Рыкманова. Телегин. Классное движение Никиты. Бросок в ближний. Вновь дагестанский в игре. И покидает шайба пределы поля. Игра остановлена. Бросание вновь в зоне Чайки. Отодвинули здорово. Мастерский игру от своих ворот белые медведи. А вот этот момент, в котором мог Крутов забивать, но ХЖФ здесь здорово перекрыл ближний угол и не позволил себя переиграть. А вот это два броска от Телегина. Бросок сначала, если говорить по-теннисному, с бэкхенда. Ну и затем с удобной руки наносил уже бросок с форхенда. Телегин. Бежит в атаку Чайка усилиями Кузнецова. Кузнецов ошибается здесь нижегородцы. Здорово в обороне белые медведи в этом эпизоде сработали. И Кулешов здесь с партнерами Епаровым и Егором Горбуновым переходит из обороны в атаку. Передача на Федосеева не совсем для него она удобная. Епаров там один на пятаке. Горбунов подставление. Дагестанский в игре. Федосеев. Бросок уворачивается здесь Епаров. Поборется еще за шайбу Ярослав. Молодец. Ставит корпус. Габаритный нападающий. И усилиями здесь Андрея Матюшина. Остается она в зоне Чайки. Юсупов. Тердышный бросок. Матюшин. Тертышный в глубину на Епарова. Ярослава уже так-то сил не очень много. Но он находит их в себе. Ставит корпус, делает пару улиток. Но передача на Тертышного. И шайба чуть было не оказывается в ворота дагестанского. Здорово там на пятаке работал Андрей Матюшин. Селиванов. На Юсупова. Юсупов дальше на Щеглова. Михаил в глубину. Кого-то бы идеи закончились у Чайки. Как же в этом матче спастись? Селиванов здесь под себя убирает. Бросок не получился. Здесь Щеглов приходит на помощь. Бросок с борта. Отлетает шайба на Подгузова. Бросок. Ловушка играет дагестанский. Даже не ловушка, а шлемом. И главный арбитр встречи решает игру остановить. Но активно здесь поиграл Селиванов, в частности. И несколько раз угрожал воротам дагестанского.
26 на 28 броски в створ в пользу Чайки. К этому моменту. Телегин против Сальникова. Бросок остается за Никитой. Здесь Алексей Рыкманов бьет по тормозам. Сальников его прижимает. Акароков. Федосеев здесь здорово за синюю линию отборолся. Отдает на Киржакова. Киржаков на Рыкманова. Алексей бросает. Первый на подборе Телегин. Сразу же на вершину на Федосеева. Федосеев вновь Телегин. Федосеев. Классное взаимодействие. Ах, немножко не точно, но здесь здорово. Миканович приходит на помощь и остается шайба в зоне Чайки. Рыкманов. Ипатов. Рыкманов. Сброс на Киржакова. Киржаков по закруглению. Здесь первый на шайбе оказывается Глеб Стафеев. Власов. Кузнецов здесь подпускает Юсупова. Момент. Шайба там до Хажева, по-моему, не долетела. Подгузов здорово здесь заблокировал. Варлаков. Ну как же он здорово катается. Просто отменное катание 81 номера Чайки. Стафеев. На Кузнецова. Здорово здесь Подгузов с Юсуповым на пару отобрали, но подбор остается за Чайкой. Стафеев, передача на пятак. Кузнецову не удается нанести бросок. Бросок, а вот здесь Хажеев вытаскивает момент, когда Стафеев мог до минимума сократить преимущество белых медведей, точнее отставание даже своей команды. И смотрим, Кузнецов, Хажеев здорово клюшкой играет. Да, и Подгузов там красоту, конечно. А вот это взаимодействие Кузнецова и Стафеева. Ну и Хажеев, конечно, здорово здесь выкатился, принял этот бросок на себя. Горбунов, Степан на Киселева. Здесь Шубин. Киселев. Попадает он в Лайцмана. Прончкин. Амилюсик. Киртышный на Киселева. Киселев здесь не сумел обработать передачу партнера. И следом был зафиксирован проброс. Руслан Хажеев на ваших экранах. Сегодня много моментов у его ворот. И пока здорово играет Руслан, но одна шайба пропущена всего лишь. Чесноков, Глеб на партнера. Бросок в дальний. Хажеев вновь в игре. Щитками отражает он выстрел Петра Андрюкова. Щеглов. 5.37 есть у Чайки, чтобы этот матч спасти. Миканович меняет фланг атаки. Урычев. Бросок по воротам. Не долетает она до Дмитрия Дагестанского, который пока в этом матче не пропускает. Напомним, он сменил на 30-й минуте Дениса Утенькова. И пока безошибочно действует вратарь Чайки. Это бросок по воротам Хажеева и шайба в ловушке у Руслана после броска Григория Кабурова. Телегин на Подгузова. Здесь Сальников с партнерами у Чайки. Вышли вот на эти последние смены. Телегин на Рыкманова. Рыкманов на Киржакова. Здесь Варлаков.
Казалось бы, отобрал шайбу, но Дмитрий здорово ее отвоевал. Подключает он под Гузова. Под Гузова можно дальше двигаться. Но решает нанести бросок, и дагестанский этот бросок парирует. Ошибка Киржаков. Перемудрил Дмитрий. И контратаку челябинцы получают. Передача здесь на Власова. Здорово Тертышный отработал в этом эпизоде. Не позволил защитнику, оказавшемуся впереди нападающих, Максиму Власову, выйти 1 в 0 против Хажеева. Телегин. 4 минуты, чуть больше, играть еще в этом матче. Телегин. Передача на Киржакова. Киржаков. Ну сколько же у него сегодня моментов-то, Дима. И он создал, и партнеры нас создавали, но пока без голов наш нападающий. Момент. Передача Стафеева, Киржаков через борт. А вот здесь можно убежать. Нет, пас рукой фиксирует Владислав Юсупов. Здесь передачу сделал, и игра остановлена. Смотрим, здесь классная передача Телегина на Киржакова, но здесь Киржаков, конечно. Видимо, мыслями он на матче звезд покрасивее решил сыграть здесь наш нападающий. Ну и сам себя перемудрил, отметил передачу Телегина. Ну и игру дагестанского, который здесь переиграл нападающего. 3.55 есть на спасение у Чайки. Милюсик вбрасывание выигрывает. Глеб Чесноков. Урычев. Борьба у борта. Наумов ее ведет. Федосеев. Наши самые молодые парни. 2007 года рождения. Федосеев и Урычев выходят на последние минуты. Доверяет тренерский штаб им. Момент у Наумова. Бросок в дальний. Шайба не попадает в створ ворот Хажеева. Чесноков мимо ворот. Здесь Урычев будет первый на шайбе. Рахманову бы ее вывести, что и делает да и Паров, вышедший. Амилюсик на партнера. Это Варлаков, Арсений. Теряет шайбу нижегородцы. Степан Горбунов с Леонидом Колодием. По рейтингам решили разбить момент. Хажеев вновь в игре. Иван Атароков атаковал ворота. Руслан Подгузов теряет шайбу. Андрей. И она остается в зоне белых медведей. 2.30 до конца этого матча. Колодий не выводит. Он шайбу из зоны. Это проблема. Кабуров. Бежит дагестанский туда меняться. Момент. Здесь подчищает Доминик Миканович. 6 на 5. Формат. И здесь Шубину можно забивать. Варлаков потерял клюшку. Колодий. Юсупов. Куприянов здесь его накатывает на него. Щеглов. Пустые ворота. Михаил умеет пустые забивать. С разворота. Не точно пронечки на него. Шайбу отбирает. И мчат в атаку нижегородцы. Кузнецов с неудобной. Мимо ворот. Отскакивает шайба на Андрюкова. Бросок. Хажеев вновь в игре. Да, сегодня у Хажеева много работы. И здорово. Руслан ее выполняет. Тайм-аут берет тренерский штаб Чайки. И сейчас Алексей Геннадьевич Исаков попробует нарисовать финальный штурм. Я напомню, что после этого матча для белых медведей наступает пауза, так же, как и для нижегородцев. На матч звезд отправляются белые медведи, Руслан Хажеев, Дмитрий Киржаков и Владислав Юсупов вместе с главным тренером Маратом Маскаровым едут в Тулу на Кубок вызова.
пустые ворота. Ворот Чайки. Минута 38. Две нужно отыгрывать нижегородцам. Амилюсик против Телегина на точке. Лучше на льду Амилюсик, Чесноков, Наумов, Кабуров, Варлаков и Проничкин. Борьба у борта. Миканович ее ведет. Рыкманов шайбу из зоны выводит. Здесь первый Арсений Варлаков. У нас Телегин, Киржаков, Рыкманов, Киселев и Миканович на льду. Наумов. Кабуров входит в зону. С неудобной наносит бросок. Здесь здорово Хажеев отражает. И следом Миханович почищает пятак. Снова Доминик шайбой. Наумов здесь с ним ведет борьбу. Это пас рукой. За 47 секунд до конца матча. Дагестанский так и не возвращается в ворота, несмотря на то, что вбрасывание в средней зоне. Но ва-банк уже давно пошел тренерский штаб Алексея Исакова. Проничкин в глубину. Юсупов первый на подборе. По закруглению он остается, шайба в зоне. Проничкин. Бросок из-под защитника. Хажеев в игре. Крутов атаковал. Там шайба погасила скорость. Уже Хажеев накрывал ее совершенно спокойно. Классный матч от Хажеева. Хорошо, когда в команде есть два первых номера. Я говорю, это о Машарове и о Хажееве. Примерно одинаковые цифры у этих двух вратарей. И приятная головная боль для тренерского штаба, на кого ставить. Но по очереди эти парни играют. И я считаю, что это справедливо. Наумов на Крутова. Крутов бросок. В стык играет здесь Киселев. Власов в глубину. Киржаков бросок, и это четвертая, да, залетает. Все-таки Дмитрий забивает гол. Очень много у него сегодня моментов было, и такой неочевидный. Залетает, и четвертая шайба в воротах Чайки. Оказывается, 4-1. Медведи ставят точку и берут реванш за поражение. 26 ноября Киржаков забивает здесь шайбу классную. Для Киржакова это становится 7-я шайба и 20-е набранное очко. С победой белых медведей уверенный реванш. И в следующий раз команда встретится уже в Нижнем Новгороде. Киселев туда в глубину. Первый на шайбе будет Телегин. Победа белых медведей 4-1. Уверенная и уверенная игра вратаря. Я говорю про Руслана Хажеева, позволяет сегодня челябинцам одержать победу 4-1. Классная игра в обороне. И вообще, сегодня белые медведи молодцы. Следующий матч 6 декабря. Поздравляют с победой на сей раз тренерский штаб Чайки. Такой традиционный круг. И посмотрим сегодня, кого команда признала лучшим в составе. Видимо, Руслана Хажеева признала команда лучшим игроком сегодня. Да, действительно, 35 бросков в створ по воротам, 34 отраженных. Хорошая игра Хажеева, ну и убедительный реванш. Сейчас заброшенные шайбы мы все с вами разберем в красках.
от болельщиков «Белые медведи». 13-я минута. Андрей Матюшин здесь полез нагло. Бросил, первый оказался на биване. И затем передача из-за лицевой линии на Михаила Щеглова. И Михаил на 13-й минуте открывает счет в этом матче. Еще один из ассистентов — Иван Селиванов. Ну, здесь, конечно, Андрей Матюшин просто молодец. 18-я минута и гол Леонида Кулешова. Передача под синюю от Ярослава Федосеева. Принимает Горбунов. Передача на дальнюю. И Леонид Колодий забивает шайбу. Это 18-я минута. В ассистентах Степан Горбунов и Ярослав Федосеев. Выход 2 в 1, который уверенно «Белые медведи» реализуют. Второй период и 30-я минута. Наверное, самый классный гол, который я видел за последнее время. Здесь в двоечку сыграли Шубин и Горбунов, Степан. И второе для Степана набрано очко в этом матче. Делает он счет 3-0 на 30-й минуте. Затем последовала замена вратаря. Заменил Дениса Утенькова Дмитрий Дагестанский. И вот так отыгрывает одну шайбу хоккеисты из Нижнего Новгорода. На 32-й минуте Роман Улитин с передачей Максима Власова и Арсения Варлакова. Третий период стартовал с того, что было удаление у «Белых медведей». Уверенно, «Белые медведи» его выставили. Затем удаление у «Чайки». То есть больше где-то на результат челябинцы играли. Ну и вот шайба, заброшенная Дмитрием Киржаковым за 8 минут, поставила точку в этом матче. Делает он счет 4-1. И победа «Белых медведей» над «Чайкой». 29 на 35 «Белые медведи» уступили по броскам створ. Для вас этот поединок комментировал Денис Машаров. Всех с победой. Всем до свидания. 6 декабря приглашаем вас на матч «Белые медведи», «Реактор», Нижнекамск. До свидания.